Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Артист театра, музыкант и режиссер Александр Устюгов не привык зацикливаться ни на одном виде деятельности. Однако зрители ждали от кумира постоянства, причем как в профессиональной, так и в личной жизни. Получилось ли у него оправдать ожидания? В последние годы Александр может похвастаться большой востребованностью. Только в этом году его пригласили в «Бешенство», в «Детектив художник» и в сериал «Союз спасения. Время гнева». А ведь еще в 2014 году Александр переехал в Санкт-Петербург и решил не только жить здесь и работать, но и строить бизнес. Так у актера открылся бар, а еще мастерская по изготовлению антикварной мебели. В общем, и столяр, и артист, и бизнесмен. Неудивительно, что женщины были от Устюгова без ума. Еще в период учебы в «Щуке» Александр начал встречаться с сокурсницей Яниной Соколовской. После нескольких лет отношений влюбленные поженились, и у актеров родилась дочь Женя. Вместе они играли в театре, а в «Ментовских войнах» Янине досталась роль избранницы Шилова. Казалось, могла ли быть пара счастливее, но в 2015 году супруги развелись. Поговаривали, что в деле замешана измена. В пользу теории свидетельствовало то, что вскоре после расставания с Яниной Саша женился на дочери гендиректора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Азара. Но второй брак артиста распался уже через 3 месяца после свадьбы. Поклонники были уверены, Устюгов очень сильно пожалел из-за того, что ушел от первой жены, но назад дороги не было. И все это после медового месяца во Франции. Лодка любви разбилась о быт. Но актер недолго оставался один после развода. Встретил вскоре в питерском баре пиар-директора Марию Прохорову. Ну и эти отношения в 2020 году закончились. Неизвестно, обрел ли артист новую любовь, но мы точно знаем, что главной женщиной в своей жизни он до сих пор считает наследницу. Цитата: «Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Питере, но все свободное время я стараюсь проводить рядом с ней». Именно так рассказал звездный отец Стархиту в интервью. А несколько дней назад СМИ писали, что Устюгова госпитализировали с проблемами сердца. Но представители актера утверждают, беспокоиться не о чем, все будет обязательно хорошо. Давайте пожелаем актеру здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!